Персей оставил жителей Усть-Неры без воды и канализации. Организация «Персей», обслуживающая системы водоотведения и напорной канализации в Усть-Нере Аймекунского района, накопила задолженность более 4 миллионов рублей и несвоевременно подала заявку на подключение. В конце сентября отдел эксплуатации Аймекунского филиала выдал все необходимые технические условия на подключение, которые ООО «Персей» так и не выполнила. Отметим, что отопительный сезон в Аймекунском районе начался еще 6 сентября. Тем временем, как стало известно, теплоэнергетики начали подавать тепло на объекты «Персей». На данный момент подключено 6 септиков, еще 5 находятся в работе. Компания «Персей» обслуживает более 3000 жителей Аймекунского улуса. Всего в Усть-Нере проживает 5430 человек. Ситуация находится на контроле прокуратуры республики. На данном этапе по выявленным нарушениям закона прокуратура Аймекунского района внесла в адрес руководителя общества с ограниченной ответственностью «Персей» представление. Кроме того, в отношении директора «Персей» возбуждены административные дела по статье 7.23, предусматривающие ответственность за нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами, и статье 8.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие ответственность за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований. Ситуация находится на контроле прокуратуры республики.